Год Белого Быка, который по китайскому календарю продолжается до 31 января 2022 года, принес трудолюбивым жителям поднебесный успех на российском авторынке. За 11 месяцев 2021 года автопроизводители из КНР продали в России 103 384 новых автомобиля, что в 2,1 раза больше, чем в 2020 году. Это рекорд для китайского автопрома в России сообщает Риа новости со ссылкой на данные Ассоциации европейского бизнеса. Доля продаж китайцев на российском рынке составила 7%. Китайские автопроизводители одни из немногих, кто не столкнулся с дефицитом микрочипов. Они смогли быстро справиться с нехваткой полупроводников, в отличие от европейских и американских автопроизводителей. По мнению руководителя пресс-службы автостата Азата Тимирханова, в КНР есть собственные производители микрочипов, и в ситуации дефицита страна будет помогать своим компаниям, а не иностранным. Кроме этого успеху способствовал рост качества китайских авто. Эксперты считают, что в ближайшее время автопром Поднебесный может догнать в России корейских и японских конкурентов.